Работодатели нас отпускают? Да. Сейчас введены изменения в трудовой кодекс. И сейчас, если человек договорится накануне с работодателем, он может пройти вот это медицинское мероприятие, ему будет оплачено по среднему заработку. Для этого справка выдается. То есть я возвращаюсь со справкой, и потом по этой справке мне это все уже оформляется. Были такие случаи уже, когда человек по разным причинам не пошел на работу вечером, он вспомнил, что такую справочку можно взять, но это не тот случай. Конечно, здесь я как раз говорю о том, что нужно обязательно согласовать эту дату с работодателем, прийти утром для того, чтобы успеть завершить за день мероприятие.